Давайте женщины и пьяное питье. Пьяного не было ни вино, ни мед, ни пива, ни гостинцы. Питье был бы в кофе, на ленке пил отбит хмельную брагу и квас. Аще, коли придут жены, а здоровье просить, тем питья пьяного не давать, не давать, не давать, не давать, не давать. А свои жены и девки не пили бы в людях и дома до пьяна. Женщины и пьяное питье. А у подруг племени подай мужу своего питья и вы не просите с собой не давать, не давать, не давать, не давать. У себя чужого не держать без мужья ведома. А всем советоваться с мужем, а не с холопом и не с рабою. Женщины.